Всем здравствуйте! Я вновь с вами. Добро пожаловать на канал. И сегодня я покажу, чем занимаюсь последнее время. Это кто смотрит канал? Конечно же, брошки, но у меня был перерыв. А сейчас я вновь приступила к изготовлению и полностью поглощена изготовлением брошей. Вот подобное украшение для шарфа, для палантина у меня изготовлено было еще весной. То есть я его носила, можно сказать, ну, когда вот носила шарфик, я его постоянно носила. Посмотрите, как выглядит. Мне очень понравилось. Это я придумала из головы. В общем, моя идея. Так как сейчас в моде украшения, ну, вот какие-то металлические на шарфики, так как, мне кажется, они будут под тяжестью все-таки, возможно, сползать с нашего изделия, то вот такая будет очень хорошо держаться. Вот смотрите, я на шарфик ее одеваю вот так вот. На середину получается. Здесь вокруг шеи с двух сторон кончики прокручиваются. И вот сюда вставляются хвостики. Носить мне так очень нравится. Удобно и смотрится красиво. Вот оно встречно, получается, встречно мы вставляем их, и на шее будет оно, вот, допустим, если вот подобный какой-то шарфик, то так смотрится. И поэтому сейчас у меня стоит под вопросом изготовления, либо изготавливать брошки, либо изготавливать вот такие украшения на шарфики. Также на 1 сентября я дочке сделала вот такую заколочку. И мы ходили. Вот так выглядит. Здесь, конечно, оно все белое, и поэтому немного бы оттенялось. Но так как я вот в последний момент уже почти ночью делала ее, то получилось, что не совсем то, что бы хотелось мне. Вот здесь кружево белое, и так было, эта заготовка была для броши, а я решила изготовить вот такую заколочку ребенку на праздник. Вот также можно использовать брошки, вернее, заготовки в заколках. Здесь у меня брошечки готовые уже. Хочется мне попробовать попродавать, но так как телефон сейчас неисправен, на Инстаграм у меня нет возможности выйти. Вот эту брошку я ношу, мне она очень нравится. Такая она не броская, универсальная. Это вот приклеила здесь по краям просто такие таблички handmade. Вот. И сейчас перейдем к тому, как я изготавливаю. Нет, сначала я вам покажу, сколько у меня готов в процессе заготовок. Их почти 60. Ну, в районе этого. Решила сделать вот. Нашла в интернете различные, не только девочек, а вот таких ведьмочек, не ведьмочек. Но давайте поближе рассмотрим. Вот. Они у меня с обратной стороны пока что еще не доделаны, конечно. Здесь часть. Так, вот эта брошка моя, которую я ношу. Часть, как если можете видеть, что уже с кружевом
а часть еще пока предстоит подобрать кружево. Вот. Поярче. Здесь, посмотрите, двухцветная вот эта вот тесемочка. Очень интересная и как будто прошита по краю противоположным цветом. Если здесь темная, то светлым, а здесь на светлом темной. Наверное, светится все, сливается вместе. Это мне нравится очень. Такая нарядная получилась. Вот эти оригинальные, но здесь получается, я выстригаю, я из кружева выстригаю отдельно вот эти вот детальки, как бы вот, и единично уже приклеиваем. Вот здесь вот видите, здесь полностью кружево приклеено, а здесь поштучно. Еще такая. Здесь я решила из своего фото в молодости сделать себе тоже брошку. Также вот такая именная моя брошка будет. И вот три такие брошечки. Пока еще не нашла, как сделать их кружевом. Ну и вот столько у меня заготовок. Очень понравилось мне вот здесь, получается, я делаю прямо там, проделываю отверстие, капаю туда клей и только потом приклеиваю бусинки. Это вот в таком платье, вот здесь вот тоже так же.